приветствовать на пороге этого учебного заведения Храма науки, государственное учреждение образования Зембинский учебно-педагогический комплекс, детский сад, средняя школа Борисовского района. Давайте познакомимся с ним поближе. Зембинский учебно-педагогический комплекс «Детский сад, средняя школа» Борисовского района расположен в одном из красивейших мест Борисовщины – агрогородке Зембин, который имеет большое культурно-историческое прошлое. Первые упоминания о нем относятся к 1526 году. С именем одного из владельцев Зембина – Соковича – связано появление первого в истории Зембина учебного заведения. В 1833 году наряду с католическим костелом, православной церковью и их учебными заведениями появляется синагога с так называемой «малой и большой школами». В начале 60-х годов 19 века в Российской империи проводится школьная реформа. По приказу от 16 ноября 1863 года было открыто Зембинское народное училище. Современное здание школы было построено в 1954 году. Зембинский учебно-педагогический комплекс – это современная школа, в которой 12 учебных кабинетов, компьютерный класс, спортивный класс, библиотека, музейная комната, столовая, кабинет социального педагога, комната актива, игровая комната, класс, оснащенный интерактивной доской. Зембинский учебно-педагогический комплекс – это талантливая школа. В ней воспитались участники и победители районных, областных, республиканских, международных олимпиад, учебных и творческих конкурсов. Осуществляет свою деятельность научное общество учащихся «Меридиан». Профессиональное обучение учащихся 10 класса в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» по специальности «Цветовод». Ежегодно школа выпускает учащихся, окончивших учреждение образования на третьей ступени общего среднего образования с серебряными и золотыми медалями. Зембинский учебно-педагогический комплекс – это творческая школа. У нас созданы первичная организация ООО БРСМ, пионерская дружина ООО БРПО имени Окунева, этнографическая комната «Хата с матушкиной душой», детско-родительский клуб «Солнышко», клуб «Здоровье», клуб «Краеведение», профориентационный клуб «Найди себя». Работают занятия по интересам различной направленности, волшебная мастерская, радуга, умелые руки, баскетбол, правознайка, нарисуйка. Проводится работа в рамках инновационного проекта по духовно-нравственному воспитанию в тесном сотрудничестве с Белорусской православной церковью. Зембинский учебно-педагогический комплекс – это наша школа. Школа, которую мы любим. Хорошая, классная. Крутая. Наша школа просто суперская. Здорово! Веселая, позитивная, хорошая. Давай. Не хочу.